Ну, с Кримом, в общем, связывает, что папа там воевал, понимаете, против фашизма, против немецкого оккупанта, понимаете, защищал Крут Керчь, понимаете, дядя там же пропал без вести. Для меня Крым — это родная страна, там Украину начали расселять, мы же все были вместе тогда, Советский Союз. А сейчас мне кажется, что время лечит, все изменится и в хорошую сторону. И мы с украинцами, с грузинами, там со всеми национальными меньшинствами, я бы сказал, будем дружить, будем как братья. Вы понимаете, мы с немцами воевали, да, я говорю, наши родные, близкие, вот деды, наши прадеды. И сейчас с немецкими людьми нормально у нас отношения, да. Так что, а с украинцами вообще наши братья, да. Поэтому я думаю, что дай бог, чтобы был мир вообще везде. Особенно в России, Украине, на Украине и вообще везде. Я за мир.